Всем привет, ребята! К сожалению, нам не удалось провести прямой эфир, поскольку кто-то написал жалобу на мой прямой эфир. Я надеюсь, что мы с вами еще сможем встретиться в прямом эфире на YouTube. И сейчас мои родители разбираются, что там пошло не так. Я отвечу вам на вопрос, на который я вообще должна была там ответить. Какие у тебя любимые домашние животные? У меня есть 3 собаки, шиншиллы, 1 черепаха, хамелеон, ящерица, потом еще Том и Джерри, это 2 мышки, рыбки и кролик Моти. Так, твои любимые фильмы. У меня есть много любимых фильмов. Например, однажды я села на диван и посмотрела Гарри Поттера, и мне очень понравилось, поскольку ты проживаешь эту историю с актером. Еще мне нравится фильм «Я легенда» с Уилл Смитом. Это про то, как человек выживал с собакой. Еще мне очень нравится фильм, который называется «Мулен Руж». Это больше как спектакль, но там очень много красок разных. Еще мне нравится сериалы смотреть. Например, мне очень нравится сериал, фильм «Голодные игры», потом сериал «Обмани меня» и что еще? Или сериал «Друзья». Хорошо ли я ваш с братьями и сестрами? Вообще, в основном, да. Но иногда мы, конечно, ругаемся. Когда заканчивается моя учеба в школе? Поскольку у меня английская школа, а не русская, у меня учеба заканчивается в этом, как его? В июле. Вот. У меня заканчивается учеба в июле. Ты не устаешь от стольких занятий? Нет, поскольку я занимаюсь тем, что мне нравится, и я не устаю, потому что я получаю удовольствие от того, что я делаю. Значит так. Тебе бывает грустно? Иногда бывает, и когда мне бывает грустно, я иду к Кингу и рассказываю свои проблемы, он мне дает совет. Однажды я к нему пришла, и он что-то сказал там на своем языке, и положил мне лапу на плечо. Любишь ли ты заниматься? Чем ты любишь заниматься больше всего? Я люблю заниматься всем, чем я занимаюсь. Я все люблю одинаково. Но мне очень нравится рисовать и качаться на качелях. Вот, я очень люблю качаться на качелях. Твое любимое блюдо? Какое у меня любимое блюдо? Однажды я попробовала осьминога, мне сильно очень понравился, и в итоге я его переела. Поэтому теперь я просто не люблю осьминогов. Но на самом деле у меня под настроение бывает любимое блюдо. Так, сейчас мне очень нравятся креветки. Как тебе нравилось, кого называют дома? Меня ласково называют дома Татусик. Сколько у тебя друзей? Я могу сказать точно, сколько у меня друзей, поскольку я много с кем познакомилась за это время жизни. Но у меня есть одна самая лучшая подружка, ее зовут Настя. Но, к сожалению, она уехала в Лондон, и мы не можем с ней общаться, но мы с ней переписываемся. Дружный ли у меня класс? У нас, на самом деле, 10 человек в классе, и у нас 5 мальчиков, 5 девочек. Так получилось, что девочки отдельно, мальчики отдельно. Мы учимся вместе, но почему-то мы по группам так разошлись. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Где бы я хотела побывать? Скоро мы поедем на Байкал, и мне очень интересно, что там вообще. Как это все выглядит, но мне бы очень хотелось посмотреть Россию, какая она. Так. Что у нас дальше? Готовишь ли ты новые песни и клипы? Да, я готовлю новые песни, и сегодня уже я поеду записывать мою новую песню.
я поеду на студию записывать новую песню. А еще я готовлю песню, еще одну, на которую мы будем снимать клип, когда мы полетим на Байкал. И так смешно было. Вчера, к нам приезжали в среду люди, которые учили маму, как сделать мне прическу, поскольку там не будет стилистов, и мама мне будет там крутить что-то. Это было очень долго, наверное, часа полтора. Какие видео ты будешь снимать для YouTube? Я буду снимать достаточно интересные видео, я буду давать людям интересные советы и, может быть, даже дам несколько уроков самообороны. Поскольку я занимаюсь тайским боксом, я недавно начала заниматься тайским боксом. Потом я там буду танцевать, рисовать, много что делать. И заниматься своими животными. Ну, а так это будет сюрприз. И вообще я буду снимать очень много видео. Ну, надеюсь, хотя бы я буду снимать, выкладывать 2 видео в неделю. Ну, вообще я снимаю видео, когда мне кто-то приходит, как это мысль будет, думаю, о, это будет прикольно. Так. Как часто будут выходить твои видео? Ну, и как я уже сказала, надеюсь, то, что 2 раза в неделю. Так. А ты будешь снимать челленджи для YouTube? Да, я буду снимать челленджи для YouTube, но для этого нужно найти подходящих блогеров, с которыми я это буду снимать. Каких YouTube-блогеров ты смотришь? Ну, в это время я пока что никого не смотрю, но иногда я люблю посмотреть кого-нибудь. Я люблю посмотреть Исмайлик, где он ставит разные опыты. И он там даже, взлетел на воздушных шариках. Ему очень много их понадобилось, правда. Но я теперь тоже хочу полетать на воздушных шариках. Твоя любимая игра на телефоне? У меня нет любимой игры на телефоне, но иногда я люблю смотреть American's Got Talent. По-моему, это очень интересная такой проект, где могут выступать животные, люди и даже взрослые. Ну вот так. Опять он начал вредничать. Ну вот, и в принципе на этом все. Пока-пока.